Так, решила прям возле моря прогуляться. Нашла вот такую хрень. Видите, пена. Ну, кто-то где-то что-то делал. Она осталась, потом оторвалась, потом обтесалась уже в форме камня. Говорят, каждый день в море оказывается как минимум огромный-огромный воз пластика. Видя, конечно, вот эти вот все возле застроек, особенно места, я очень верю в статистику. И вот я взяла эту хреновину и решила выкинуть в мусорное ведро бачок. И вот я уже так иду, уже думаю, так, надо чуть, наверное, и поснимать, пока я уже иду. Вот, и бачка я не вижу. И увижу ли я его? Ой, Господи. Вести есть еще кое-какие интересные. Я и вам их обязательно расскажу. Ой, вот это красивое дерево. Правда, оно не до конца раскрылось. Вот внизу листики, эти почечки начали открываться. У нас возле дома есть. На нем потом такие очень длинные цветочки, розовые. Так, контейнер, блядь. Не, ну нереально. Нереально до сердца можно дойти, блин. Я это некуда будет выкинуть. Сейчас, наверное, человек посмотрит и скажет, что это дура с каким-то пластмассом. Да, я же хотела вам снять товар, который я купила в ДМе. Цены рассказать. И почему я вообще это покупаю. Кстати, вот что-то это прям сидит, медитирует. Я... Вот купила магнезий, не знаю, рассказывала или нет. И, ой, она прибухивает, сидит, что-то делает. Что-то у нее там такая бутылочка красивая. А, свекор, он, ну, физически много работает. Ну и муж как раз там кое-что мы делаем, обновляем, строим. В общем, к сезону как бы готовимся, но не туризму, а кое-что другое связано с пчелами и здоровьем. И это... Ну, естественно, напряжение, мышцы, все дела. Я вообще магнезий регулярно пью. И вот я пила как-то с витаминами, там, по-моему, B6, B12. Для нервной системы очень хорошо комбинация. Но... Вот я это выкинула, бля. И вот, короче говоря, из ДМа купила я магнезий. Я его показывала вам в банке. 45 кун, 300 таблеток. Короче говоря, на очень долгий срок. И попросил свекор, я дала ему там, заграбила половину в чашку. Говорит, очень помогает. В первый раз он и муж выпили, говорит, сразу вот прям отпустила, но там концентрация чистого магнезия. Прям аж легче стал, говорит, и ногам, и рукам, и типа для сна. Но вообще магнезий классно. Я когда поняла вообще, что его хорошо пить, и в сочетании с кальцием. Когда беременная была, и очень сильные судороги, но у меня вообще проблемы с мышцами, с суставами всю жизнь. И когда я начала комплекс пить, я от первого дня прям ощутила огромную разницу. И настолько это вообще, ну, как бы общее состояние организма подняло, что я вот сейчас до сезона пью обязательно, когда, может быть, и там авитаминоз, и вообще к сезону готовится там, ой, ящерка носится. Вот поднимаю, так сказать, свое здоровье. И из ДМа, значит, ничем не хуже, чем из аптеки. Ну, прям вообще ничем не хуже. Я видела люди, которые закупают там вообще пачками просто у них. И поэтому в этот раз я также пошла и купила в ДМе кое-какие вещи. Так, главное мне найти какое-нибудь красивое местечко, уютное. Сесть, спуститься и заснять. Рестораны эти держат. Что-то уже цветов натыкали. Что, у них там глухо? А, тут даже что-то повесили, типа, такую хрень. А, ну это типа декор, что ли, или что? Ну, у них там наверху рестораны, террасы. Ну, хорошие такие, конечно, они. Нельзя материться просто. А то бы я сказала. Такие, знаете, любят так бы как без мыла в задницу воткнуться. Без закона кое-где. Что-то примоститься
и на свою руку с ними уже там воюют некоторые люди. И думаю, нам предстоит та же история. Так, здесь мне что-то не нравится, здесь как-то не романтично. Ну-ка, подождите. О, вот там вот, кстати, ништяк. Сейчас я спущусь. И это самое. Причем люди, знаете, как бывает, накупят, накрадутся миллионов или заработали там, как заработали, ну, относительно меньше работы, больше в карман грести. Короче, еще во времена Югославии, кто был на должностях и возможностях, и потом они считают, что или деньги отмывать, или прятать, или что они короли света, блин. Ну и скупают там, где нельзя скупать, строят там, где строить нельзя. Ну, вот потом получают по носу, потому что не все им подвластно, и, в общем-то, закон для всех един, в принципе. Так, если я сейчас не упаду, то сниму море. Ой, тут летом классно, наверное. Скорее всего, в этих ямах куча ежиков морских, всяких крабов заползает много. Вот любят они такую вот муть мутную. Даже эти кальмары, ой, кальмары, осьминоги, между камней, в щелях разных, очень любят такие местечки залазить. Я бы с удовольствием, вот и раньше, когда помоложе была, с мужем только вот ходили на море загорать, ноги намочить. Он умеет плавать, а я плавать не лезу. Я не умею, не суюсь. Два раза тонула, серьезно, мне как-то особой романтики в этом не вижу и счастья. Полежать, да, вот пузом по дну поскрести, это мое. И вот мы ходили вот в такие вот маленькие бухточки, укромные. Сейчас посмотрела на бухточку, что-то вспомнила опять тему о туалетах и вспомнила, что сейчас видела, как бомж ссал за деревом. Что-то у меня прям такая связь и логика такая железная. Ну реально, сидят, бухают мужики возле этого, в Трегвенице, возле самого центра. Разделились все, как положено, по карантинным мерам. Бухают два в центре, два рядом с центром. И я прохожу. Один сидит на шухере, второй, значит, за деревом. Ну, блин, что попало? И вот он целый день там гадит за этим деревом, сидят, пьют. Отвратительно просто. Так, сейчас я вам буду снимать мои полезности. Немного еще полюбуюсь на море. Ракухи, вот эти вот прилипки везде, которые отваливаются, умирают уже. Красотень. Так, ну ладно, все. Я сейчас выключаю, товар достаю и снимаю новый ролик.